Здравствуйте, Олег. Это видео про ваш переходник Pentacon 6 Nikon. В первую очередь хочу показать, как одевать крышку и как снимать ее с объектива. Снимайте, одевайте очень аккуратно. Видите, нужно поймать то положение, чтобы не попасть на контакты одуванчика. Просто повернуть против часовой стрелки. Также и снимать. По часовой поворачиваем, аккуратно вверх снимаем. Вот, затем смотрите. Красную точку на переходнике ориентируем по белой точке на камере и поворачиваем, немножечко прижимаем и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Вот, как видите, я запрограммировал переходничок. Вот, от 2,8 до 22. Фокусное расстояние 80 миллиметров. Вот таким же образом вы одеваете свой объектив, совмещаете стопорный винт на объективе и поворачиваете кольцо. Съемка происходит таким же образом. Сначала вы выставляете, например, на камере диафрагму 4, на объективе диафрагму 4, ставите режим приоритета диафрагмы, вот, и камеру переводите в режим съемки IFS. Смотрите видоискатель, можно полностью нажать кнопку затвора и крутить резкость. Как видите, как только появляется фокус, срабатывает звуковой сигнал, световой сигнал, и кнопка затвора срабатывает. Демонстрирую еще раз. Навожу резкость, кручу кольцо резкости с полностью нажатым. Вот, слушайте. Вот. И мы видим резкий кадр. Таким же образом нажимаем стопорную кнопку на камере и аккуратно поворачиваем по часовой стрелке до совмещения красной и белой точки. И аккуратно вверх вытягиваем. Будьте очень аккуратны, поскольку контакты одуванчика очень хрупкие. Их легко сломать. Демонстрирую еще раз. Совместили красную и белую точку. Чуть-чуть поджали внутрь. Подпружинили и повернули против часовой стрелки до щелчка. Спасибо за внимание. Сейчас я это все упакую и отправлю вам.